Моя мама, Марфина бабушка, часто переживает, что у нас много, наверное, игрушек. Так вот, видеоотчет о том, как выглядит Марфина место, где она занимается. Да, кстати, вот у нас алфавит висит говорящий. Тут у нас магнитики с цифрками, мы занимаемся с математикой. Здесь занимается Марфа Романовна. Это ее стол, это ее стул. Это ее книги. Книги в постоянном доступе. Она берет, у нее есть любимые книги. Это курочка рядом и муха-цикатуха. Это большая корзина для игрушек. Корзина большая, игрушек мне нет. Шарики Марфины. Она их очень любит. Разные. Это мы сейчас сегодня нарисовали с ней на шарики. Это корзина для игрушек, но корзина игрушек на дне. И то там. Это для мыльных пузырей, для больших, для уличных. Это развивашка перекидывает лабиринт. Поставим ее сюда. Она любит с такой играть штукой. Здесь у нас черепаха заводящая. Здесь бусики для моторики. Она их вставляет, вытаскивает. Кубик Рубик. Ванька-встанька. Как в детстве такой Ванька-встанька. Ездящая машинка. Этот, собачка-машинка. Юла, как в детстве. Гравельки, леечка для лета и вот пара игрушек мягких. Вот они. Все. Здесь у нее плакат. Заигралась девочка. Вот эта штука, она любит такие вещи. Так вот, да. Плакатик с фигурами разными. Это баночка у нас с бусами. Тоже для моторики вытащил, сложил, закрутил, открутил. Это специальная игрушка такая, она вся полностью пластичная. Ее телефон, исключительно ее фонарик, она его обожает. Дальше, вот у нас есть 6 коробочек. Здесь у нас мозаика разноцветная. Здесь у нас крышечки, мы их тоже соединяем, она их разъединяет разными цветами. Здесь у нас разные игрушечки лежат. Здесь орехи. Тоже разные. Дочь, подожди. Куда ты? Ну, бери орешек. О. Это каштан, да? Это каштан. Каштан, да. Для моторики рук тоже. Они разного размера, и она их разбирает. Здесь у нас фрукты лежат. И здесь у нас... И здесь вот в этом у нас... В контейнере коробочки в этой животные фермы. Животные фермы. Тут коровы, бычки, курочки, да, гусочки у нас, лошадки. Обязательно пирамида, она ее собирает по много раз. Это матрешка, но это тоже обязательно с ней необходимость. Здесь фломастеры, здесь карандаши специальные восковые, съедобные. Здесь у нас мел съедобный. Марфа ест все. Так, здесь у нас что лежит? Макси-пазлы, это вот такие животные, мы собираем их из двух, из трех кусочков. И еще у нас здесь кубики лежат, такие кубики для того, чтобы она пирамиду строила, она строит пирамиду из них. Дальше книжка-пазл, я ее доставать не буду, книжка-пазл. Лото, купили лото ей с животными, ну, начало было положено неплохое. И планшетик. Да, здесь музыка играет, можно ноты, можно песни. И коровочки, зайчик, свинюшечка, как это все крюкает, пищит, звучит. Циферки, цвета. А, ну конечно, у нее есть коляска. Кот, поющий, ездящий. Мы ей на годик ей дарили. Здесь мячики у нас хранятся. Разного размера, разной формы, мягкости. Это тарахтелка ее любимая. Марфи уже скоро 2, через 4 месяца. А в бизи-бокс она до сих пор играет. Тут можно включать, выключать. Есть фонарики, круг шестеренки, магнитная доска, лабиринт и замок. Крутяшечки всякие. Здесь замочки. Но самое интересное, ей замки нравятся очень. Хорошо. А сколько тебе годиков? 1, дай 5. Вот, молодец. Да, у нас карта большая там висит. Я спрашиваю Марфу всегда. Марфуш, где ты жила? Она мне всегда показывает Австралию, Африку. Что там еще показывает? Я говорю, ты в прошлой жизни там жила? Она мне говорит, да. Марфуша, мы сегодня рисовали, да?
Еще у нас вот такой рулон бумаги, мы его раскидываем, и она рисует по нему все, что хочет. А еще мы придумали новый химический элемент. Оп, элемент называется... Нет! А элемент называется шоколадий. Ты шоколадий. Передай бабушке Маше привет. Бабушке Маше, Маше. Ай, жуть. А еще самое главное, то, что у Марфы всегда с собой, рюкзак всегда с собой. Давай. Телефон с песнями. Мышка. Указка световая. Дальше, что там еще есть? Молоточек у нас есть там, специальный звонящий. И пчелка говорящая. Вот это все, что с ней всегда. С Марфой Романовной. Вот так вот.